Подспорье для молодых ученых. В свет вышел сборник монографии известного ученого-языковеда Асета Балгамбаева. Сегодня профессору тюркологии исполнилось бы 90 лет. В Национальной библиотеке прошел вечер памяти. Имя Асета Балгамбаева вбито в историю национальной филологии и лексикологии. Он посвятил всю жизнь науке и один из первых, кто поднимал вопросы языка на высокий уровень. Он издал 10-томный толковый словарь и первый в тюркологии занялся синонимами. Научный мир запомнил Асета Балгамбаева прежде всего его работами в области лексикологии. Он первый в тюркском мире всерьез занимался синонимами. Об этом и его работа «Сёз элеме» – «Богатство языка». Его перу также принадлежит 10-томный толковый словарь. Всю свою жизнь Асет Балгамбаев посвятил науке и продвижению языка. По его монографиям и учебникам занимаются студенты. На них опираются молодые ученые. Сегодня видному тюркологу и профессору исполнилось бы 90 лет. Коллеги, родные и соратники Асета Балгамбаева презентовали сборник его трудов. Он стремился, то есть, развитие казахского языка. Вот он не стремился какой-то там, ну, чтобы знаменитость или что-то еще. Вот. И все его вот труды говорят о том, что он всю свою жизнь посвятил именно науке.